Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, и вы на моем кулинарном лайфстайл-канале «Сладкий персик». Подписывайтесь, если еще этого не сделали. Сегодня мы с вами готовим невероятно вкусное домашнее мороженое и всего из двух ингредиентов. Это мороженое уникально тем, что в процессе заморозки его вообще не нужно трогать. То есть доставать каждые 2 часа и перемешивать нам не надо. Как я сказала, нам понадобится всего 2 ингредиента. Это сгущенное молоко и сливки. Но сливки должны быть жирные для взбивания. Я взяла жирностью 35%. Чем жирнее сливки, тем лучше. И сначала мы берем сгущенное молоко и открываем его. Я, кстати, всегда покупаю рогачевское. Теперь берем сливки, наши жирные сливки. Они должны быть холодные, то есть достаньте их из холодильника и сразу начинайте готовить. Наливаем сливки в чашу миксера или в какую-то другую посуду, в которую вы будете все это взбивать. Миксер нам здесь понадобится обязательно, без него, к сожалению, не обойтись. Начинаем взбивать сливки на максимальной мощности миксера, и когда сливки будут уже готовы, добавляем к ним сгущенное молоко. Нам понадобится примерно половина банки. Здесь я еще раз уточню, что подойдут только жирные сливки для взбивания жирностью от 33%. Чем жирнее будут сливки, тем больше вероятность того, что в мороженом не образуются кристаллики. Именно поэтому я советую брать сливки все-таки 35% жирности. Получается, что во взбитые сливки мы добавляем сгущенное молоко и взбиваем все вместе примерно пару минут. И все, наше мороженое готово. Теперь его можно раскладывать по формам. У меня были вот такие вот формочки из IKEA, они, кстати, очень удобные. И есть небольшой лайфхак с ними. Чтобы легче достать мороженое из такой формы, такую формочку нужно опустить в горячую воду или подержать под теплой водой под краном. Если специальной формы для мороженого у вас нет, можно сложить в любой контейнер, пластиковый или стеклянный. Я взяла вот такую вот форму для запекания, ее тоже можно убирать в морозилку, и выложила остатки мороженого в нее. Еще раз напомню, что ничего перемешивать в процессе заморозки нам не нужно. Мы просто берем наши формы, в которые положили мороженое, и убираем их в морозилку. Все, ждем несколько часов, примерно 6 или 8, это зависит от размера вашей формы, и мороженое готово. Мороженое просто потрясающее. Если честно, когда первый раз готовила, я не ожидала такого результата. И думала, что кристаллики все-таки появятся. Но их нет, вообще нет. Главное, выбирайте, пожалуйста, хорошие жирные сливки. Чем выше будет жирность, тем меньше вероятность образования кристаллов. Обязательно попробуйте этот рецепт. Пишите в комментариях, как он вам и как у вас получилось мороженое. Не забудьте поставить лайк и подписывайтесь на мой канал.